Всем привет, я Александр Кушнер. Вот уже 2 недели я собираюсь призвать своих друзей, призвать поклонников музыки, обратить внимание на то, что 19 декабря, наверное, мои самые любимые певицы на территории 1/6 суши Тани Зыкиной выходит новый альбом «За закрытыми окнами». В этом вся Таня, когда уже вся Европа и весь мир подвели итоги года и вывесили списки лучших альбомов, Таня намылилась выпускать новый альбом, который точно никуда не попадет, и не потому, что он плох. Я не сомневаюсь, что он будет очень крутой, необычный, ни на что не похожий, а потому что Таня и шоу-бизнес, Таня и музыкальная индустрия, понятия удивительно чужеродные. Таня поет про абсолютную свободу и про любовь. Многие поют про любовь, но ни у кого не получается так обнаженно и так задиристо, как у Зыкиной. Для меня ее концерты – это пытка, потому что Таня настолько погружается в себя, что никогда неизвестно, вообще вынырнет она оттуда или нет. Но когда она выныривает, эта пытка превращается в пытку сладостную, и это чудо как хорошо. Некоторое время назад я был в Питере на премьере песен, которые выйдут в новый альбом. Это был «Декален света». И то, что я видел, меня очень сильно штырило, поскольку искренне считаю, что вот, допустим, песня «Химия», которая будет в новом альбоме, но одна из самых ярких песен прошедшего года, может быть, из двух. Таня начинала в Ижевске много лет назад, как журналист, потом перебралась в Москву и прошла весь путь, который, наверное, должен пройти молодой артист, там, от погружения в музыкальную индустрию до открещения от нее. Зыкина человек, который вот в любой момент может сделать что-то такое, что просто можно ахнуть и понять, что все остальное вокруг нее не так интересно и не так интригующе. Это 4-й или 5-й ее номерной альбом, смотря как считать, «За закрытыми окнами». Сейчас она, конечно, маргинал, мама 2 детей. У нее есть время за закрытыми окнами осмыслить свою жизнь, взглянуть на нее по-другому, так как не получается ни у кого. Мне бы хотелось, чтобы мы все помогли ей. Таня сейчас проводит краудфандинг. Планета.ру ей в этом помогает, и я очень хочу, чтобы все получилось здорово. С вами был Александр Кушнир.